Хочешь верь, хочешь не верь. Танкист мой человек. Уже как лет 5 оформлен. И по угонам давал реальную информацию. Плохо воспитываешь агентуру, Леш. Твой агент пистолеты ворует. Может, это у меня такая глубокая разработка? Да. Смотри, не утони на такой глубине. Думаешь, я в доле? Не тупи. Сколько было бы можно заработать на этом железе? На всю толпу 1050 баксов. Понятно. Уровень не твой. Ты же меня знаешь. В общем, я никакого понятия не имел про эти стволы. В общем, пушка, с которой вы прихватили, из ворованной партии. Стал бы он с ней таскаться, если бы сам его своровал. Ну, у него уж такой хороший ангел-хранитель. Но ты бы тоже своего человечка прикрыл, а? Леш, разница между моим человечком и твоим человечком такая же, как между мной и тобой. Угу. Как между вчерашним днем и сегодняшним. Ладно, Шило, все это лирика. Ты же не потрепаться зашел. Не потрепаться. В общем, давай так. Если танкист отвечает на мои вопросы, я обещаю, что не буду давить на следствие, чтобы его закрывали. Ну, а дальше пусть сам выкручивается. Или как ты умеешь выкручивать. Ладно, попробую, что мы не люди. Это вычесть, что сразу носы ломать, двери вышибать. А с нами можно всегда договориться. Но ничего не обещаю. Так ты не обещай, ты сделай. Часа тебе хватит. Шилов, а ты не думаешь, что сам факт твоей просьбы говорит о том, что ты давно уже проиграл?